времени суток, уважаемые. В этом видео хочу поговорить об ивенте под названием «Две крепости». На сегодняшний день данный ивент еще не вошел полноценно в график, но администрация сервера старается частенько запускать его. Посмотрев на игроков, которые не понимают, что, куда, зачем тут делать, счел просто необходимым рассказать об этом. Начнем с теории. На мероприятии идет разделение на две команды, красный и синий. Цель каждой команды – украсть магический форм противника с его базы и постараться не дать украсть свой. Для того, чтобы украсть корм, необходим волк, но их на порядок меньше, чем самих игроков, поэтому не зевайте. На каждой базе расположено 20 единиц корма, по которому стоит просто пробежаться на волке, после чего волк окрасится непосредственно в цвет корма. Его необходимо доставить в тронный зал своей базы. Если вы убили противника на волке вашего цвета, то есть украден корм вашей команды, его необходимо доставить на свою базу, чтобы корм вернулся на место, и также если волка не очистить, вы попросту не сможете украсть корм противника. Выигрывает команда, которая доставила больше корма на свою базу, а разница в 7 очков обеспечит мгновенную победу команде. За минуту до начала мероприятия не забывайте нажать кнопку, иначе вас просто выкинут. Игроков разделяют на команды и дается время для подготовки, которое можно потратить на бафы и выбор оружия. Вот и стартовал непосредственно сам ивент. Первым, что я делаю я, это с помощью умения трекинг ищу волка и умением Animal Timing приручаю его. В башнях с каждой стороны можно найти плащи с бонусами. Мне достался Defense, который дает 100% защиты как от физического, так и от магического урона. В статах это никак не отображается. Что дают остальные плащи, вы можете посмотреть на сайте в разделе мероприятия. Вот и первая стычка. Бежать сломя голову на численное преимущество противника считаю нецелесообразным, поэтому играем аккуратно. Так как все-таки данный ивент является командным, не стоит пренебрегать другими игроками, а лучше держаться вместе. ПВП, конечно, хорошо, но стараемся не забывать, в чем заключается ивент. Не будем бегать за фрагом, а идем воровать корм. Как мы видим, волк окрасился в красный цвет. По пути не пропускаем полезную расходку, типа банок, бинтов и прочего. Вот нас уже ждет противник, дабы помешать доставке корма на нашу базу, но он всего один, а у нас еще два союзника рядом, поэтому не создается никакой проблемы. Как мы видим на данном моменте, при убийстве противника на союзном игроке появился его плащ, также ему перешла в сумку вся расходка противника. Вот мы принесли первый корм, после чего волк ушел на заслуженный отдых, теперь нам предстоит найти нового. Это, конечно, здорово, но непонятно, почему союзник на волке побежал в другую сторону. Ну да ладно, ищем другого, соберем пока расходки по пути. Дальше бежать за ним не вижу смысла, ведь игроки, находящиеся на своей базе на данной территории, имеют бонус 50 регена хп. И снова мы остались без волка. Такие вот шустрые союзники. Наконец-то мы нашли себе варга. Спасибо за доставку до порога противникам. Параллельно стараемся не дать противнику попасть на нашу базу и украсть корм.
упускаем удобный случай попрактиковаться в PvP. Пока ребята там развлекаются, доставляем очередного волка на нашу базу. Похоже, нас заметили, но попробуем на характере дать отпор злодеям. Это, безусловно, было рискованно, но нам удалось уйти от смерти. Всеми правдами и неправдами стараемся защитить свою базу. Так как в этой зоне действует бонус 50 к регену хп, у нас это получается, и мы даже забираем волка у соперника. Но, к сожалению, его снова таймит противник, и мы опять вынуждены забирать его. Как вы заметили, варк уже синий, то есть корм уже украден с нашей базы. Именно поэтому у соперника и не получается поднять еще один. Будьте внимательны и следите за цветом волков. Мы уже было побежали воровать корм, но по пути встретили типчика на волке. Очень неплохой бонус теперь припаркован у нас на базе. Как-то беспрепятственно в этот раз мы попали на чужую базу, но оказалось, выйти не так просто будет. И нам просто необходима поддержка союзников. Доставляем, по-моему, третий корм и таймим нашего припаркованного волка. Нам, конечно, следовало бы для начала почистить нашего варга, прежде чем бежать куда-то в бой. Но дабы не быть голословным, покажу на наглядном примере, с чем столкнетесь, если этого не сделать. Как мы видим, если я сижу на волке, в котором находится наш корм, то при заходе к барону волк не исчезает и очко противника не засчитывается. Но мало того, что я, грубо говоря, доставил противнику волка с нашим же кормом, так еще и не могу подобрать чужой. Поэтому еще раз напоминаю, внимательно следите за тем, на чем катаетесь. И сразу возвращайте свой корм на базу. По пути можно развлечь себя убийством соперников. Тут ребята, видимо, решили наконец-то взяться за охрану базы и попытаться не дать нам беспрепятственно перемещаться. Набрав данную команду, мы видим, что синяя команда имеет 6 очков, а красная 0. Что означает, если я сейчас доставлю корм, мы будем иметь разрыв 7 очков и одержим моментальную победу. Что, в общем-то, мы и делаем. Ивент окончен со счетом 7-0, и в награду мы получаем 100 год стоунов, а проигравшая команда 50. Следом стартует еще один такой ивент, но в этот раз нам не повезло, мы оказались лишними.
Ну ничего, такое тоже случается. Вообще обычно в таких случаях предусмотрена награда как проигравшему, но, видимо, здесь она не прописана. Будем надеяться, что администрация это поправит. Надеюсь, видео оказалось полезным. Всем пока.